Застряли в Арабских Эмиратах. 40 дончан не могут вылететь из Дубая в Донецк. По словам пассажиров, самолет, который должен был доставить их в шахтерскую столицу, по необъяснимым пока причинам улетел без них. Нам удалось связаться по скайпу с одним из дончан, ожидающим рейса на родину. Флайт Дубай вез нас из Шри-Ланки, с Колумбо, вез в Дубай. Над самым Дубаем мы зависли в воздухе и кружили до тех пор, пока не закончилось горючее. Потом нас посадили на город Фуджейра. Фуджейра сказали на дозаправку. На дозаправке стояли 1,5 часа. После этого поднялись в небо, прилетели в Дубай и нам сказали, что наш самолет улетел. Они нас не дождались. Сейчас нас попросили уйти из здания терминала в зеленую зону, для того, чтобы мы не мешали, видимо, другим пассажирам. Нам дают билеты завтра на киевский рейс на 9 часов утра, но они их не подтверждают. Мы не можем нашему консулу дозвониться, и вообще, я так понял... А, дозвонились. Он нас послал культурно, он нас послал культурно подальше. То есть он сказал, это наши проблемы. По нашим данным, они летели из Шри-Ланки через Дубай. Однако из Дубая в Донецк билеты не были забронированы. Будем разбираться.